Вот два таких хрупчика потянутых у нас. Тычок вверху. Надо это полечить. Еще прикол маленький. Тычок бензобака продавленный. Никогда я еще таким не занимался. Тычки бензобака еще ни разу не лечил. Можно попробовать. Пришлось снять фонарик. Вот здесь отверстие штатное. Через него можно подлезть будет крючочком, чтобы помочь в работе. Демонтируется все легко. Тут практически вот две заглушечки, под ними два болтушочка. Все довольно просто снимается, как и на всех японцах, в общем-то, в большинстве своем. Вот такой дефектик. Вот таким инструментом я пользуюсь. Заход вот он через отверстие. Как видно, уже вот эта часть вот подвыровнялась. Рубец стал на пару сантиметров короче. Продолжаем работу. Решил один разик использовать грибок, чуть-чуть дернуть этот заломчик маленький грибочком. Чтобы его чуть-чуть приподнять. Мятинка пошла, но как-то слабенько. Взял вот такой салатовенький грибочек. Посмотрим, как он себя поведет. Салатовый грибочек справился на ура. Даже немножечко перетянул. Сейчас мы это поправим. Бугорочки забиваются. Остается еще вот вмятинка. И вот тычочек, который надо приподнять. Визуально вроде бы выглядела в лампе ровно. А вот в линиях показывает, что вот в этом месте вот у нас далеко все неровно. И надо этот бугорочек убить, чтобы линии стали
ровненькими и перпендикулярными или параллельными, кому как больше нравится. Вот, собственно, что и надо было сделать. Все ровненько, все гладенько, все хорошо. Теперь остается только полирнуть. И все. Вот так это все выглядит в лампочке. Есть еще пару мест, где острым крючочком надо чуть-чуть поднять. А так, в принципе, поверхность уже подвыровнялась. Это я снимаю при приличном увеличении. Там все эти нюансики как волосинка толщиной. Я для сравнения вот приклеил спичку, чтобы было понятно. О чем идет речь? Сейчас поправляем вот эти мелочи и, в принципе, можно заканчивать. Вот работа закончена. Микро. Там что-то есть, но это под большим увеличением. На улице это увидеть будет сложно. Не вижу смысла тут что-то доделывать, поскольку видно этого, это точно не будет.